специальное предложение только сегодняшнего дня. Это плед-покрывало, чарующий дом. Это абсолютный стиль, это невероятная классика. Это преображение вашего дома. Оленька, преображение в самых актуальных оттенках. Это эксклюзивная коллекция, специально выполненная только для зрителей телеканала Shop'n Show. Я как дизайнер, как декоратор обожаю клетку. Это один из самых универсальных видов дизайна. Известный еще с 3-го тысячелетия нашей эры. То есть это самый популярный, самый легко встраиваемый принт в интерьер, с которым ваш интерьер станет выглядеть солидно, респектабельно, свежо и креативно. Это не просто шикарный дизайн. Комплекты наши. Мы можем, то есть, с комплектами постельного белья сочетать такие пледы. И, конечно, они всегда впишутся и в гостиную, и в спальню, и в загородный дом, потому что мы уже открываем потихонечку нашу загородную жизнь. Давайте посмотрим, чем еще плед так всем нравится. Конечно же, за свою двустороннюю фактуру. У него уникальная фактура. Будто бы два пледа сшиты воедино. Благодаря этому он многофункциональный. Это и покрывало для защиты постельного белья. Вы можете заправить его в пододеяльник. Это будет уютно и теплое гипоаллергенное одеяло. Можете не заправлять и укрываться так, а можете еще как на матрасник использовать. Видишь, как здорово? Постель будет теплая, прогретая. Будем помогать своему организму в сезон обострения, ну, различных респираторных заболеваний. Мышцам, суставам поможем. Делаем его именно стороной из овечьей шерсти. Эко-мех, синтезированный под овечку. Оленька не удержалась и укрылась. Да, это еще и тепло, и забота. Представьте, скоро отключат отопление, будет холодно. Еще ужасное. Будем согреваться. И, конечно, для дачи, для загородного дома. Это бестселлер телеканала Shop'n Show. Сегодня мы в этом году показываем впервые. У нас есть два цвета на выбор. Это розовый цвет. Он мне очень нравится. Такой нежный. Такие здесь приятные переходы цвета. И есть еще коричневый цвет. Два цвета на выбор. Все размеры есть в наличии. И цена действует со скидкой такой только сегодня. Набирайте наш номер телефона. Цена от 999 рублей. Юль, ну до чего ж хорош? Мягкий, теплый, пушистый, толстенький, объемный и при этом такой красивый. Невероятное сочетание. Ты знаешь, вот когда я хочу, говорю, мам, давай тебе какое-нибудь, ну, новое что-то хочется в дом. Она говорит, ну тогда либо плед, либо подушечки. Потому что это сразу меняет интерьер и украшает. Конечно, плед – это символ дома. Пледы все мы очень любим. Их великое множество, но наш плед отличается особенным дизайном. Давайте посмотрим. Классическая клетка шотландка, так называемый тартан, здесь сочетается с нежным растительным орнаментом. И это очень нежно выглядит, как будто клетка есть и кружево одновременно. Очень воздушно, легко будет выглядеть интерьер. То есть клетка здесь такая не тяжелая, не лежит кирпичом, да, она облегченная. И благодаря этому встроится в любой интерьер. Мне, конечно, безумно нравится, что наши дизайнеры стараются, вот все тенденции текстильной моды соблюдают. Это очень приятно. Интерьер пойдет в ногу со временем, вы подчеркнете ваш хороший вкус. Здесь использована пастельная гамма оттенков. Посмотрите, как нежно, как эффектно, уюта добавляют эти теплые, приятные оттенки бежевого, шоколадного и молочного. Цвет называется, кстати, один из главных цветов года у декораторов. Цвет храбрая земля, бежевый, символ спокойного уюта. То есть это очень расположительная, легкая обстановка в доме. Да, но обратите внимание, с одной стороны у нас невероятно стильная, модная клетка с ажурным рисунком во флористическом дизайне, а с другой стороны меховая тепленькая сторона, которая будет вас согревать. Торопитесь сделать заказ, успевайте. Наш бесплатный номер телефона на экране, цена 999 рублей. Торопитесь порадовать себя, своих близких, своих родных, ведь плед – это лучший подарок. И еще хотелось бы поговорить о том, что здесь у нас двойной плед. Слушай, Юль, получается, что и это сразу две фактуры, как будто два пледа в одном. Да, две фактуры. Здесь у нас мягкий и очень густой, добротный, обработанный антипылевой специальной обработкой Well Soft. Это ультратонкие волокна микрофибры, сплетенные трикотажным плетением. Ворс здесь короткий. Кстати, не накапливается пыль. Очень здорово, можно использовать как покрывало и защищать постельное белье и мебель. Также здесь вторая сторона с эко-мехом, с теплом овчинки, гипоаллергенная.
пожалуйста, используйте как одеяло. А вот еще предложение от меня. Постелите беленькой, пушистой, теплой стороной, потому что прикасаешься, сразу разливается тепло. Как на матрасник. Сверху постелите хлопковую простыню и прогревайте ваше спальное место. Это очень сейчас будет актуально для открытия дачного сезона. Дома еще холодные, не прогретые, а ваша постель всегда с пледом «Чарующий дом» будет теплой. Да, и можно укрываться. Представьте себе, вы будете еще и согреваться и дарите нежность и тепло. И это еще не все. Это еще и дизайнерское украшение вашего дома. Просто набросьте на диван или на кресло и украсьте интерьер. Вы посмотрите, как эффектно украшает клетка любой интерьер. Она может как легко вписываться в оформление уже ваше имеющееся, а также быть акцентной. Вот, например, в лице нашего красного цвета, или как он в заказе называется. Розовый. Да, у нас розовый. Сочные оттенки. Посмотрите, розовый с серым. Вообще классика. Да. Но опять же, Оленька, мы говорим о том, что, смотрите, все-таки мы стелим на диваны и кресла, да, мы там сидим, там прыгают наши детишки, сидят гости, животные, ну, в общем, все время плед под натиском испытаний наших бытовых, поэтому вот такая плотная, качественная, трикотажная фактура будет, конечно, плед спасать, он долговечный, износостойкий, он вообще без истираний. И вот такой вот блеск, это еще антипылевая, антигрязевая обработка. Вот как ухаживать, расскажи, яркие краски с одной стороны, белая сторона с другой, расскажи, пожалуйста, как нам можно Я понимаю, что контрастные оттенки, конечно. Мы кладем в стиральную машинку, то есть стирка допустима и в машинке. Трикотаж не растягивается, хорошо сохраняет свою геометрию. Плед будет еще пышнее, еще нежнее, нет сваливания. И абсолютно отсутствует пожелтение вот этой части. Многие говорят, а не пожелтеет ли беленький мех? Это эко-мех, это полиэфирное волокно обработанное, но вообще не желтеет. Поэтому 30 градусов, стирка быстро, кстати говоря, сухнет хорошо. Вот так, вот это еще и тепло и забота. Внимание, это плед покрывало «Чарующий дом». Плед, одеяло, покрывало, на матрасник, коврик для игры ваших детей. А если перевернуть другую сторону, то вновь у нас получается 5 вариантов использования. А еще это чудесный подарок. А вот сейчас наступит у нас дачный сезон, а на даче, на веранде сесть, налить чайку ароматного с листиками, например, малинки, смородинки, укутаться и сидеть, и задушевные беседы вести. Подарите себе такое тепло. Невероятно красивый и качественный плед покрывала для вас.